тут как бой колоколов снимаем. Очередные достопримечательности. Тут недалеко еще базилика, базилика святого Амбросия, вот святого, ну, точнее, как он, папа. Нет, он просто святой Амбросия, а папа хранил как-то. Тут как вот правильно он принял христианство? Это святой Амбросий. Он лежит в базилике вместе с двумя великими мучениками, братьями. Вообще, святой Амбросий, он изначально не хотел быть священником. Но так получилось, что там жизнь закрутилась, и стал он, и стал епископом. Да. Вот. Вообще, здесь громко говорить нельзя. Вот, он, значит, то, что он не хотел, это понятно. А жил он в 300-х годах, да. Mm. Вот, и он что принял? А он отменил язычество, запретил даже. Да, принял христианство. Да, вот такой он реформатор. И за это ему ничего не было. Да. Ладно. Вот такую мы застали. Достопримечательность. И реликвию, точнее, вот. Базилика святого Амбросия. Вот такая большая. Так, после посещения базилики мы дошли еще до одной древности. Это каналы Милана. Как ни странно звучит, но он раньше был портом. И тут плавали различные суда и доставляли товар. Вот тут остатки лишь есть, как бы только вот такие вот. Остальное, да, видать, засыпали строители всякие, не любящие архитектуру древнюю. Зато здесь плавают огромные рыбы. Ну да, сейчас вон. И золотые, и обычные. Рыбища. Вот, раньше тут раз по системе каналов доплывали в море, и все, тут вообще. Да, чуть дальше в район на Вигилио, здесь тоже есть два канала, по которым доставляются с реки, которая уходит уже в море. Вот, тоже доставляются грузы. Ну, такие дела. Итак, ввиду разочарования по поводу засыпанных каналов всех этих, Навигационных. Древних. Мы решили вина выпить. Вот. Просеко. Вино. Ну да, неплохо. И закусить шоколадкой. Вот. На такой погоде только так это отдыхать надо. Что-то печет вообще уже. Ну, ладно. Нет, красиво, все цветет. А, да, сейчас покажу вам. Загончик для собак там такой, с заборчиком, и ромашки, и одуванчик. Это мы зашли внутрь базилики святого Лоренцо. Вот. Тишина и умиротворение. На самом деле достаточно скромная еще базилика. Из ранее увиденных. Вот тоже какие-то мощи там. Везде мощи в базиликах хранятся. Вот как снаружи выглядит эта церковь. Ой, базилика святого Лоренцо, и вот перед ним такая площадь и колоннада.
Лоренцо. А эта площадь тоже использовалась как место пыток и всяких там нехороших штук. И памятник Константину. Вот так вот. Старинные ворота, старинная колоннада.